Всем привет, меня зовут Дмитрий Макена. Прошло уже много времени с записи первых моих видео по программе Serato DJ. Тот раз я сделал ошибку, сделал два видео по 30 минут. В этот раз я не сделал таких ошибок, а разделю все по отдельным блокам. Это будут блоки и MIDI, программирование, сетап, работа режима в офлайн, FX, SP6, BitGrid. А также буквенное значение на клавиатуре тоже за что отвечает. И, соответственно, как бы я думаю, что будет намного проще. На данный момент версия программы 1.8.1. В скором времени нас ожидает релиз 1.9, пока она проходит тестовый режим. Вот. И с чего хотелось бы начать свое первое видео, это, соответственно, с режима сетап, в котором как бы появились новые дополнительные фичи, и я думаю, что будет вам интересно услышать старое, а также, соответственно, узнать о новом. Итак, что у нас первое стоит на DJ Preference? Это Playback KU-Shift. Что это означает? Если галочка стоит, то вы не сможете случайно нажать клавишу, допустим, W, это остановить трек, либо буква S на второй деке. Вот, только при зажатии клавиши Shift, то есть Shift W, трек остановился, Shift W, трек запустился. Отключаем эту функцию, и, допустим, вы что-то набираете, сейчас случайно нажали на клавишу W, трек остановился, опа, трек дальше запустился. Также там много других комбинаций, но об этом мы чуть позже. Конечно же, лучше ставить галочку. Следующее, что у нас идет, это Lock Plane and Deck. Грубо говоря, это сказать, что дека заблокирована на тот момент, когда она играет. То есть вы не сможете закинуть туда какой-либо трек. Вот как я сейчас сделал, как вы видите, наблюдаю, ничего не происходит. Но когда трек остановлен, вы можете смело его заменить, как вы наблюдаете на деке 2. Сделаем пример, отключаем эту функцию. У нас играет трек, берем любой трек, запихиваем. Опа, он играет. Соответственно, опять же, очень удобная функция. Советую ей пользоваться. Поставим обратно. Так, перейдем не к третьей, а к четвертой функции Track and Warning. Что она означает? Она означает, что где-то при 22, вроде, если я не ошибаюсь, секундах, когда трек заканчивается, как на пионере диджей, у нас будет мигать вот это поле, как вот, да, в 20 секундах вы наблюдаете, что это вас предупреждает, что трек заканчивается. Ну, кому-то может удобно, в принципе, мне удобно. У кого-то, если я не ошибаюсь, флагманские контроллеры, типа как Pioneer, там, SX2, и SX1, у них там... Так же, как и на тех пионерах тысячных, так же там все это мигает. Вот. Переходим дальше. Used after gain. Ну, по сути дела, лимитер не более того. То есть, когда вы играете, он до 90 дБ не дает выйти звуку дальше. То есть, можете выбрать, конечно, 89 или сам максимальное. Он при этом будет как бы выстраивать. Ну, рекомендовано разработчиками 92 децибела. Далее. Breaking. Что это означает? Это, в принципе, функция винила, можно так сказать. Что это... Либо вы как бы быстро останавливаете трек, как вот Shift-V, и Shift-V запустить. Либо... Сейчас мы примерно сделаем. Ну, давайте вот так вот. Можно понаблюдать. Нажимаю Shift-V. Shift-V и запускаю. То есть, в принципе, такая функция винила. Ну, тут каждый выстраивает уже сам себе по тому, как ему удобнее.